очень важный концерт. Мы наконец-то добрались до живого слушателя, несмотря на то, что мы во время пандемии очень много работали. И, собственно, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и я лично, не только в Уфе, но вот с живой публикой мы начинаем выступать буквально на этой неделе. И у нас проходит ряд мероприятий, как бы посвященных открытию сезона. То есть сегодня, так скажем, второе уже мероприятие на набережной у нас было на прошлой неделе. То есть концерт для живой публики на этой неделе будет. То есть вот сейчас концерт проходит сегодня. Также затем предстоит еще мероприятие 7 и 12 числа. Все это, как мы подразумеваем, как открытие сезона, но 7 и 12 это будет без публики. Вот. А вообще мы рассчитываем, что уже с 15 числа сентября будет указ, который, ну вот сейчас вроде как все к этому идет, потому что в Москве уже открыли залы, что нам дадут с публикой в концертном зале выступить, и у нас уже будет тогда официальное открытие сезона в зале. То есть в этом году нет такого как бы единого числа, мы проводим ряд мероприятий, посвященных открытию. Вот сегодня это открытый воздух, 12 числа будет на телевидении концерт в прямом эфире, 7 числа будет просто концерт в зале онлайн для своих социальных сетей, но в любом случае мы с одинаковой отдачей играем всегда. И надеемся подарить радость, счастье и как-то заразить публику высокой культурой, высоким искусством, чем-то радостным, искренним, настоящим. Сегодня, что в такой чудесной атмосфере со зрителем, что особенно для музыкантов приятно в наше сейчас непростое время, мы открываем череду концертов, которые предшествуют нашему открытию сезона. И, конечно же, сегодня на новой сцене для Уфы, на новой культурной точке нашего города, публика, уважаемая публика, услышала великие, бессмертные произведения Моцарта и Бетховена. Я могу сказать, что я полон счастья, что мы выходим снова к зрителю, потому что весь период самоизоляции мы работали без зрителя, активно работали, много чего сделали, пополнили архив наших записей, но то, что сейчас мы можем выйти к зрителю, это нас радует, и мы ждем, конечно же, встречи с нашим уважаемым зрителем в наших концертных залах. Нам в этом году предстоит очень много пройти новых мероприятий. Наш концерт, который был отменен в связи с пандемией в Берлинской филармонии, перенесся на 1 декабря. Мы надеемся, что все это сбудется. Вот. И, конечно же, большое количество мероприятий федерального уровня, в том числе концерты Московской филармонии, все еще нас ждут в этом сезоне. Держим кулаки, чтобы все состоялось.